Все начинается с мечты. Поэтому у тебя должна быть мечта. Если ты свою мечту доведешь до страсти, ты ее превратишь в цель. Потому что если у тебя нет мечты, значит, ты плывешь по течению. Значит, у тебя нет цели. У тебя нет будущего, ты о нем не думаешь. Каждый день, каждый твой шаг, каждое твое действие – это движение к твоей мечте. Поэтому оно у тебя должно быть обязательно. Чтобы реализовать свою мечту, нужно действовать. И нужно действовать шаг за шагом, и нужно действовать прямо сегодня. Для того, чтобы реализовать мечту, недостаточно только мечтать. Потому что каждый день мы сталкиваемся с реальностью. Нужны деньги, нужно время, нужно преодолеть эти все испытания. И это очень непросто. А мой ответ на это – есть реальный инструмент, который универсален и который может помочь реализовать любую мечту. Для любого человека. Это сетевой маркетинг. В этом бизнесе нет ограничений. Для людей нет ограничений по времени, нет ограничений по возрасту. Этот бизнес действительно позволяет стать финансово независимым. Ты действительно получаешь возможность реализоваться, раскрыть все свои таланты и весь свой потенциал. И это все дает маркетинг. Если ваши знакомые или если ваши друзья, тем паче родственники, усмехаются, да знаю я этот сетевой маркетинг, вы просто подумайте, прежде чем это все принимать близко к сердцу, вы просто посмотрите, оцените, далеко ли эти люди ушли в карьере, далеко ли они ушли в своих успехах, много ли они вообще зарабатывают, а вообще когда-либо сделали ли они карьеру в сетевой компании, в любой. И тогда вам будет понятно, насколько можно прислушиваться, насколько близко к сердцу можно принимать их слова, их оценки. Сейчас я в полном порядке. Я путешествую по всему миру. Я полностью обеспечиваю свою семью. Я получаю удовольствие от этой жизни. И все это благодаря сетевому маркетингу. Я даже сейчас не представляю, что было бы со мной, если бы я поддался на те уговоры своих близких в то время. Если бы я тогда прислушался к ним, что бы было со мной, мне трудно представить. Но очевидно, что я сделал бы карьеру в какой-то компании или в каком-то банке. Я бы сейчас занимал какую-то серьезную должность. Каждый день бы ходил на работу, получал бы стабильную зарплату. Но мне это даже в страшном сне не приснится. Потому что я не представляю, это потолок карьеры. Каждый день на работу, от звонка до звонка. Тебе говорят, когда тебе ехать в отпуск. Ну, конечно, я сделал бы эту карьеру. Подавляющее большинство людей предпочитают эту стабильную, однообразную жизнь. Но стабильность – это плохо. Стабильность – это скучно. Большинство людей тратит всю свою жизнь, чтобы работать на дядю. Эти люди боятся выйти из своей зоны комфорта. Они тянут за собой всех своих родных и детей в это стабильное болото, которое не дает возможности раскрыться и реализоваться. Но это никого не приводит ни к счастью, ни к богатству. Добиваясь невозможного, получаешь реальное. Это сказал Ричард Бах. Именно это лежит в основе успеха. Нет ничего невозможного. Мы раньше и компьютер считали невозможным. И гаджеты, которые сейчас есть у каждого ребенка, для нас это раньше было фантастикой. Слово «невозможно» не существует. Это только условные рамки, которые мы ставим сами себе. Или их навязывает нам кто-то другой, извне. Забудьте про этот шаблон, замените его вопросом. Как это возможно? Не бойтесь делать, на первый взгляд, абсурдные вещи. Мыслите безгранично. Не обращайте внимания на тех людей, которые в вас не верят. И у вас все получится, успех вам придет сам собой.